You should always absorb your mind in attentively chanting Krishna's glories. И он говорит, всегда нужно погружать свой ум во внимательное повторение святого имени Господа, воспевание славы Кришны. So he talks about not just chanting, but attentively chanting. И он говорит, не только просто повторять святое имя, но внимательно повторять. And how do we chant Krishna's glories? By chanting the Hare Krishna Mahamantra. Прославлять Кришну, внимательно прославлять Кришну. Как мы прославляем Кришну, повторяя Хари Кришна мантру. So the mind should be thinking constantly of the glories of the Holy Name. Ум должен постоянно размышлять о славе святого имени. By performing Krishna Kirtan, you will gain mastery over the mind. Совершая Кришна Киртан, можно победить свой ум, научиться контролировать свой ум. You have any problems in the mind? У вас возникают какие-то проблемы с умом? Before it's fully in control. Или у всех уже ум полностью под контролем? You need help or you don't need help? Нужна помощь или уже помощь не нужна? А? Да или нет? А, I thought Sochi was an exception. А я думал, Сочи тут исключительный город, у вас тут нет проблем. Here's what Bhakti Thakur's advice. Вот здесь совет Бхактивинода Тхакура. Совершая Кришна Киртан, вы сможете вы сможете контролировать ум. The mind is turbulent. Ум очень неистовый. Arjuna said, what if we control the mind? What if we event? Арджуна сказал, что труднее совладать. То есть с умом совладать труднее, чем с ветром. И Бхактивинода Тхакур дает нам очень практические наставления. Бхактивинода Тхакур говорит, что совершая Кришна Киртан, вы можете научиться контролировать ум. То есть благодаря джапе, киртану, ум очищается, сердце очищается, и вы сможете научиться контролировать свой ум с помощью разума. Performing Krishna Kirtan is a solution to the turbulent mind. И совершение Кришна Киртана — это решение этой проблемы беспокойного ума.